Добрый день, дорогие ребята и родители! Сегодня у нас сказка, как вы, наверное, догадались, про репку. Вы, наверное, ее уже слышали, но мы еще раз прочитаем эту интересную сказку. Посадил дед репку и говорит: «Расти, расти, репка, сладкая, расти, расти, репка, крепкая». Выросла репа, сладкая, крепкая, большая-пребольшая. Пошел дед репку рвать. Тянет, потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. Бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала жучка кошку. Смотрите, какая огромная репка выросла, что никак ее не могут вытянуть, такую большую. Кошка за жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Вот кошка позвала вот эту маленькую мышку. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут и вытянули репку. Вот, смотрите, даже хвостик вытянулся. Вот все какие молодцы. Все вместе, дружно потянули и получилось. Вытянули репку. Видите, когда одному что-то не по плечу, не может сделать один человек, то можно позвать друзей, и друзья помогут. И все у нас получится. Всего вам доброго! Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. До свидания!